20 стран представителей национальных олимпийских комитетов международных игр «Дети Азии» посетили спортивные комплексы Сахалина. Именно там через год состоятся первые зимние игры. С места событий передает коллега Алексей Соколов. В Южно-Сахалин для участия в Chef de Mission прибыли представители 20 стран азиатского континента. Это представители олимпийских комитетов. Основная их задача в рамках мероприятия — ознакомиться с теми объектами, которые уже через меньше чем через год будут принимать соревнования первых международных спортивных игр «Дети Азии» по зимним видам спорта. Напомним, что с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске пройдут игры по 8 видам спорта. Специально для под них будет задействовано 6 спортивных объектов. 5 из них уже сегодня готовы принять соревнования мирового уровня. И один лишь объект предстоит достроить этим летом. Это лыжно-биатлонный комплекс. Всего, я еще раз напомню, что приехали представители 20 азиатских стран. И они также ознакомятся с точками питания, как будет организована транспортная логистика. Все то, что им потребуется зимой следующего года для того, чтобы привести сборные команды на эти крупные соревнования.